Когда я узнал о том, что собираются опять, ну, некоторые наши товарищи собираются внести предложение о возврате к вытрезвителям, то отношение у меня было такое двоякое. С одной стороны, конечно же, нужно куда-то привезти пьяного, но мне кажется, что есть у нас соответствующие лечебницы, наркологические клиники. Я думаю, что если организовывать вытрезвители только при них, потому что пьяный должен все-таки попадать в руки врачей, а не в руки каких-то людей, которые связаны с правоохранительными образами, органами. Пьяный – это пьяный. Пьяный уже выпил человек. И, во-вторых, опять же, где критерий, по которому надо везти его туда или не везти его туда? Это может определить только квалифицированные специалисты, вот именно в клинике. Перевезли человека, посмотрели на него, чтобы там независимые ни от кого сказали, да, это наш пациент, мы его заберем, будем лечить. Будем его выводить из этого состояния, если нужно, оставлять здесь сколько нужно. То есть вот таким образом, только так. Потому что иначе это опять превратится, как у нас здесь все, в выжимание денег. Потому что форма заработка неплохая. Человек идет немножко там на веселье, взяли его, притащили, и там говорят, что заплатишь, выйдешь, не заплатишь, не выйдешь. К сожалению, в нашей стране пока еще уровень коррупции не позволяет делать такого скоропалительного вывода, что все будет хорошо.